Доброго времени суток, YouTube, уважаемая психологическая комьюнити. У нас масса по стране друзей, коллег. И вот мне написали на электронную почту с вопросом. Покажите, пожалуйста, как у вас выглядит бланк методики MMPI. Вот, собственно, показываю. У нас есть видео, в котором я показываю оригинальные бланки методики MMPI. Вот те самые оригинальные, которые, значит, созданы авторами этой методики. На 370 утверждений Березина. Вот такой вот у нас бланк. Он идет в комплекте с бланковой версией программы. Если кому-то интересно, можете посмотреть видео, где я рассказываю о ключах, о бланках, о Т-нормах и так далее, и так далее, и так далее. Все, что связано с методикой MMPI, Миннесотского многоаспектного личностного опросника. Ну и кроме того, тоже было письмо, попросили показать, как мы ведем учет. Вот такое вот у нас дело. Это журнал учета обследуемых лиц, то есть человек приходит на обследование, попадает к нам на обследование, и мы, соответственно, ведем вот такой журнал ежегодно, заносим тут дату, номер этого журнала. Занимаются мои сотрудники. Давайте вот я покрупнее сделаю. Так это выглядит титульная страница. Здесь мною составленная краткая инструкция по ведению этого журнала для моих сотрудников. Они записывают людей в этот журнал. Здесь идет пояснение для персонала лаборатории, как и что мы фиксируем в журнале на бумажном носителе. Ну и, собственно, вот этот образец рекомендуемый, но он нами, собственно, используется. То есть это такая вот, как это назвать, не знаю точнее, амбарная книга. Они продаются в любом книжном магазине. Давайте поменьше чуть-чуть сделаю, чтобы все вошло. Вот так вот, да? То есть тут идет номер по порядку, номер обследуемого, фамилия, имя, отчество, дата рождения, дата обследования, подразделение, должность, образование, примечание, если это требуется. Вот мои коллеги, мои сотрудницы ведут такой журнал при обследованиях, то есть при психофизиологических обследованиях персонала предприятий. На этом все. Маленькое видео. Давайте вернусь на бланк MMPI. Тоже его озвучу. Фамилия, имя, отчество, возраст, дата обследования и код, который мы проставляем. Он совпадает с кодом в журнале. 377 утверждений. На этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам!